Всем привет, друзья! Вы на канале Альпиндустрия. Сегодня у меня в гостях Николай Петровский. Это оператор, продюсер, режиссер фильмов в стиле аутдор. Снял больше 7 документальных фильмов. Также участвовал как оператор в художественных фильмах, которые мы все любим. Некоторые я смотрел по 2, по 3, по 4 раза и всем показываю. Мой любимый фильм «Со дна вершины». Действительно потрясающий фильм. Сегодня мы поговорим с ним о том, как снимать в горах, как вообще войти в эту индустрию, если у вас шило в одном месте. В общем, мы сегодня сняли офигенные фотографии, все как задумали. Долго собирались в этот поход, не знаю, наверное, около года примерно. И что, вот Леха. Живой. Живой. Спасибо, что живой. Залез с Сашей на глаз дракона. Дюрфернули оттуда, повисли в арке. Просто это вообще это шедевр. Это реально вот об этом мы долго мечтали. Как ты попал в киноиндустрию, то есть, чтобы снимать именно кино? Ну, получается, как вообще в съемке, да, также и в киноиндустрию я попал через увлечение горными лыжами. Mm-hmm. Меня Аня Ханкевич порекомендовала на Мосфильм в качестве консультанта. Mm-hmm. Художественный фильм режиссера Алексея Сидорова. Mm-hmm. И с тех пор, ну, там мир такой довольно... Тесный, да. И как-то через сарафанное радио меня стали приглашать на разные картины. И когда нужны были съемки в горах, и когда нужна была аэросъемка, там, со всех видов летающих транспортов или беспилотников. Вот. И ну, с тех пор, получается, довольно много, да, работал на художественных фильмах. Расскажи, как ты начал снимать аутдор-тематику? Почему не в студии, почему не как обычные люди, обзоры на гаджеты в теплой студии с печенюшками и кофе? Вот сейчас, наверное, я уже понимаю, что мне просто очень нравится показывать ту красоту, которую я сам вижу в горах, то разнообразие картинки, какие-то виды, которые обычно, может быть, скрыты от людских глаз, да, то есть какие-то редкие моменты. Вот сейчас я, наверное, больше всего охочусь за этим. Но начиналось все гораздо проще. Я большой фанат горнолыжного спорта и также фанат фильмов про горные лыжи. В школьные годы пересматривал эти фильмы там по много-много-много раз. И в какой-то момент задумывался, а почему-то за рубежом выходит так много лыжного кино, а в России фильмов о фрирайде нету. И с этой идеей, в общем-то, пошли сначала съемки роликов. Вот, с первым же роликом мы с Ваней Малаховым взяли первое место на Ски-видеофесте. Вот, и потом поняли, что, в общем, надо пробовать снимать. Кто был наставником? Вот у меня, например, был прямо учитель. Мне так повезло в жизни, что... Был учитель Анатолий Иванович Севастьянов, и как-то так это все органично получилось. И когда ты начинаешь чем-то заниматься, к тебе всегда приходит какой-то человек, который тебе что-то подсказывает. Кто им был у тебя, как ты черпал знания именно в этой индустрии, потому что они достаточно обширные должны быть. Первые года мы с Мэдом были полностью самоучками. То есть большая насмотренность лыжных фильмов. Мы пытались разобрать, да, откуда то, что нам нравится, да, откуда это снято, как это снято, и просто повторяли. Получалось, конечно, не с первого раза, много материала уходило там в корзину, да, но, в общем-то, практика довольно, ну, многому получилось научиться самим. Вот, но, наверное, все-таки самая хорошая школа, это была киноплощадка, где я наблюдал за работой таких признанных мастеров киноискусства, кинооператорами, и там у нескольких операторов я спрашивал совета вообще, почему вот этот объектив в этой сцене, а почему не этот, почему здесь там свет такой-то и такой, и так далее. И, ну, в общем-то, я думаю, что лучшая вот площадка, лучшая школа. Это...
Это, работать, это киноплощадка, да-да-да. Вот. Но надо сказать, что в 2013 году я прошел обучение в Академии медиаиндустрии на кинооператора. Вот. Но это было такое обучение, так скажем, больше, наверное, для галочки, угу. Потому что нас готовили к съемкам Олимпиады в Сочи. Угу. Вот. Тогда поработал на чемпионатах мира, на универсиаде, довольно много практиковался. Угу. Но к Олимпиаде в итоге, на Олимпиаду я пошел работать режиссером площадки в экстрим-парке на Розе Хутор, вот, потому что работа оказалась, ну, показалась более интересной. А вот из людей, кто тебе вот что подсказывал, ты о ком-то рассказывал, у тебя был вот прям человек, которому ты задавал вопросы? С самого первого фильма, с ажиотажа, к примеру, я тогда совершенно не разбирался в постановочных съемках, как работать со светом, как снимать в интерьере. И все сцены, которые там есть из интерьера, их снимал Костя Мордвинов. Mm-hmm. Вот, хороший друг-оператор, мы с ним работаем с первого фильма. Ну, не так часто, но иногда получается вместе поработать. А из, так скажем, наставников, наверное, больше всего подсказал Илья Овсенёв, mm-hmm. Известный российский оператор. Mm-hmm. Кинооператор, вот, он как раз вот говорил, обоснованно учил, вот здесь так вот, потому что так, здесь так. Как ты находишь идеи и вдохновление для вот создания кино, вот документального или художественного, когда ты выступаешь в роли оператора? Давай по порядку немножко давай, скажу. Давай. Первые фильмы были в основном такие видовые, экстремальные, то есть просто катание, крутые трюки, значит, кто выше прыгнет, кто больше накрутит градусов с трамплина. То есть, ну, по сути, смысл этих фильмов был поделиться восторгом, радостью и той атмосферой, которая вот творит в фрирайде. Когда пришла, так скажем, идея с новым жанром, да, с новым сюжетом, это мы снимали рекламный ролик для Red Fox на Эльбрусе. Летали там по диким совершенно склонам. И тогда я попал в довольно большую лавину, в которой успел испугаться своей жизни прям конкретно. И то ли в тот же самый день, то ли на следующий день мне пришла идея, что ага, пора бы снять фильм про безопасность в горах, что здесь не только все такое там радужное, веселое и, так скажем, мягкая и безопасная, а есть еще обратная сторона в виде как раз вот всяких опасностей, которые подстерегают. И на самом деле поиск идеи — это такой, ну, процесс не быстрый, он бывает занимает год и два, то есть, наверное, такой же, как и поиск спонсоров. Ну, об этом как бы в фоновом режиме постоянно думаю. Подмечаю просто, ну, наблюдение за окружающим миром, что сейчас востребовано зрителям, какие настроения в компании, в тусовке, у друзей. И, ну, как-то оно приходит само. Ну вот, когда ты снимаешь документальный фильм, ты, по сути, являешься и продюсером, и оператором. Вот какие самые главные задачи продюсера? Вот какая основная вообще задача, чтобы проект, по сути, состоялся? Продюсер же, он отвечает за то, чтобы проект состоялся. Да, как вот это происходит все? Самое сложное, основное, это найти локацию съемок, договориться с этой локацией, да, что мы там будем снимать фильм. Чаще всего это курорты. Если это не курорт, то, значит, ну, найти спонсоров на те же самые вертолеты, чтобы забрасывать съемочную группу на съемки. Вот, то есть всегда начинается с того, что с планирования мест съемок и с тем, чтобы договориться, что в этом месте снимать. Нужна либо поддержка курорта серьезная, да, либо спонсоры. Ну, то есть всегда получается и то, потому что по отдельности тоже не получается. Довольно долгий процесс, реально, поиск спонсоров. Обзваниваю сотни компаний, пишу письма, презентации, езжу на встречи. Когда все складывается, да, то есть вот у нас есть локация, небольшой бюджет, есть идея, все, мы едем снимать. Вот, и
Конечно, это процесс не быстрый, то есть, ну, первый фильм получалось снимать за один сезон, ну и фильмы были попроще, на самом деле, да, просто там, что вижу, то и снимаю. Когда начинаешь снимать какие-то уже постановочные съемки, конечно, тут уже надо попасть в погоду, сложнее, ну, больше количество людей задействовано, да, естественно, все еще заняты своими делами. То есть нужно подловить тот момент, когда можно собрать воедино всю команду. Крайние два фильма мы снимали по два года. Какие вот самые были такие вызовы именно в этом плане, трудности съемок на природе? Все же съемки на природе происходят, а природа у нас такая, капризная. По документалкам запомнился мне момент аж из 2013 года, когда мы снимали фильм «Книга гор 3D». Это, к слову, первый в мире фильм про горные лыжи, сноуборд в формате 3D. У меня было 4 съемочных группы в 4 разных точках планеты, и они работали одновременно. Это было тяжело, то есть приходилось одновременно с курортами договариваться, там, значит, чтобы все туда приехали вовремя, всем купить билеты. Ну, 4 съемочные группы — это довольно тяжело. Это вот прям запомнилось. Другой вопрос, ну, понятное дело, погода. То есть снимать в облаке в серую погоду, ну, смысла мало. Вот. В основном потом весь этот материал уходит в корзину. То есть нужно подловить погоду, чтобы в эту погоду райдеры не разбежались кататься. Какие в итоге навыки продюсера являются ключевыми? То есть вот когда у тебя 4 съемочные бригады, когда у тебя эти бездельники уже норовят пойти кататься и травмироваться еще где-нибудь. О, множество факторов. Это не просто когда вы сидите все в павильоне или живете в одном городе. Вы, по сути, находитесь в горах. Ну, я думаю, что, как и любого продюсера, любого художественного фильма или другого большого проекта, это многозадачность. То есть ты в голове должен держать много факторов, без которых, как бы, картинка не сложится, да? Донести важность момента, что если там мы снимаем какой-то лавиноопасном склоне, да, то с нами должен присматривать лавинщик, нужно проконтролировать, что он там не сидит, чай пьет, а он действительно там вышел на пост и все, значит, смотрит за нами, к примеру. А, опять же, ну, тайминг, конечно, очень важен, потому что мало того, что световой день короткий, так еще и холодно. Там бывает, оператор сидит на месте часами на одном месте, ветер дует, как бы он не двигается. Но это нужно учитывать, конечно же, да. То есть те же самые райдеры, да, стоят на вершине, на старте. Если он будет стоять долго, то замерзнет, прыгнет с большой скалы и травмируется, потому что, да, там связки холодные. То есть, ну, в общем-то, нужно быстро принимать решения. И очень важно находить баланс между вот этой художественной ценностью и безопасностью, да, то есть эти вот. Ну и вопрос про безопасность. В этом году мы снимали с моим другом Вовой Егоровым хелиски на Камчатке. Выходим из вертолета, я поворачиваюсь, и он на своих сноубордических ботинках просто начинает вот так вот катиться по склону, цепляет скалу и кубарем летит вместе со всеми камерами, со сноубордами вниз. И скрывается там. Вот. И я на самом деле испугался. И такое на самом деле неприятное состояние. И вообще на Камчатке операторов называют расходники. Такое страшное название. Я говорю, вы что, какой я расходник? Какой расходник? Она говорит, вы очень так к безопасности относитесь и не замечаете, потому что когда снимаешь, ты постоянно смотришь в камеру, думаешь о батарейках, думаешь о том, чтобы поставить кадр. Как обеспечить безопасность
в таких диких условиях всей съемочной бригады, а вас там еще много, это не вдвоем, когда вы просто катаетесь, именно и съемочной бригаде, как обеспечить безопасность, это очень много переменных. Вот вопрос про безопасность. Да, да, ты прям правильно подметил, действительно, у оператора в голове куча, значит, мыслей, наверное, первая мысль, которая преобладает, это: о, красивый склон, там хороший свет, значит, сейчас я там его объеду с другой стороны и встану, и, значит... То есть оператор охотится за ракурсом, и в этой охоте за красивым ракурсом действительно, бывает, выходит в какие-то опасные места, не осознавая... То есть увлечен процессом, естественно, в голове там еще тысяча мыслей про объектив, способ съемки, батарейки, свет и так далее. И, конечно, операторы бывают, ну, не следят, как бы, за своей безопасностью. Ну, что говорить, как бы, вот в начале карьеры, когда мне было 20 лет, то же самое творил я. Мы там срезали лавины бесконечно. В общем-то, ну, слава богу, когда уже начали выезжать какие-то серьезные склоны, да, то есть уходить за пределы курорта или там летели на хилиски снимать. Первые хилиски начали снимать в 2011 году. Слава богу, тогда с нами были опытные гиды, которые говорили, что вот мы такие: вот, супер склон, там какая линия красивая, идем туда снимать. Они такие: нет, мы сюда не будем высаживаться, это опасный склон, значит, сюда не летим. Мы такие: окей, ну давай сюда. Ну сюда, ладно, более-менее там можно. То есть и то даже под таким присмотром мы, там, в общем-то, сходили лавины. Все это спустя вот много лет, ну уже 17 лет я снимаю в горах, пришло с опытом понимание, через личный опыт, через опыт друзей и коллег, что, конечно, безопасность на первом плане. Вот, то есть когда я начал работать сам уже гидом, и тем более уже когда я стал хилиски гидом, понятное дело, что безопасность группы в первую очередь. И уже исходя из этого, да, мы выбираем какие-то склоны для съемок, ракурсы, точки, куда можно поставить оператора, как все это организовать, там, по какому принципу мы там передвигаемся и так далее. Естественно, ну, уже такие глубокие знания для лавинной безопасности, они помогают, в общем-то, много последних лет без каких-либо вообще инцидентов работать. Вот, раньше... Действительно, мы, ну, делали, ну, работали неосмотрительно, и были разные случаи. Ну, в нашей команде, слава богу, все живы, да, но, к сожалению, ну, много друзей уже, в общем-то, ну, кто-то травмировался сильно, кто-то и погиб в горах и лавинах. Вот. Конечно же, ну, вот, уважая их память и просто видя этот пример, давным-давно понял, что безопасность, конечно, превыше всего. Таких сразу один вопрос, но два вопроса. Как выбрать локацию, вот исходя из безопасности? И какие особенности вот в съемках на курортах? Опять же, все приходит с опытом. То есть, наверное, раньше так происходило, что мы одни и те же споты, если говорить про курорты, да, снимали по несколько раз и методом проб и ошибок находили какой-то наиболее удачный ракурс, к примеру. Чуть позже пришло понимание, как на все это влияет свет, да, то есть где солнце должно находиться, в какое время суток снимать, на какой экспозиции, на каком склоне. И сейчас уже все-таки в первую очередь как раз отталкиваемся от света, да, где какой свет, чтобы смотрелось красиво,
после уже, да, выбираешь точку, с какой точки выбирать наиболее выгодный ракурс, чтобы там скала оказалась выше, или Powder Turn был в контрсвете и красиво там искрились. Расскажи, что такое Powder Turn. Ладно, все знают, что такое Powder Turn. Не все знают, что такое Powder Turn. В общем. Это когда ты тормозишь и либо поворачиваешь, и снег разлетается на фоне там чего-либо. Лучше, чтобы сзади солнышко было. Конечно. Это для тех, кто не понимает, первый раз смотрит. В общем-то, приезжаю сейчас на любую точку, в любые горы. Первое, на что смотрю, наверное, да, это свет. Откуда, где сейчас солнце, где оно будет там через полчаса, через час. Вот, и уже отталкиваясь от этого, выбирается точка съемки. Вот. Потом, то есть, сначала смотрим красоту, и потом уже смотрим, а можно ли вот туда встать. Ну, окей, по гребешку проеду, можно. Или если стрёмно, то нет, отказываемся, выбираем другую локацию. А какие технические решения вот, и оборудование? Оно же, по сути, совершенно другое нужно, нежели чем для съемки в студии или там где-то еще. Какая особенность вот техники для таких съемок? Слушай, ну, вот работая на кинокартинах, я наблюдал разные забавные эпизоды. В том числе, когда 12-метровый кран затаскивали на вершину горы, ротораком там целый день везли наверх, ставили, снимали час, потом спускали вниз, это была вся смена. Сам я ездил довольно, ну, с начала карьеры со стедикамом таким железным, с разгрузкой, с жилетом, значит, с глайдером. Со стедикамом ездил за райдерами, вот, пытался даже с этим прыгать с трамплина, но стедикам перевешивал меня вперед и пару раз, в общем-то, упал, перестал так делать. Прыгать с трамплина стал просто с камерой в руках. Ну, способы съемки сейчас, если говорить, да, про современные тренды, то, конечно же, вот способы стабилизации и компактность камер позволяют сейчас камере находиться в движении. Да, это самый, на самом деле, наверное, для экшн-съемок самый выгодный ракурс, когда камера находится в движении, то есть это какой-то follow, проезд рядышком, или с дрона съемка, или съемка FPV. То есть, ну, камера всегда находится в движении. То есть оно может быть, ну, в зависимости, конечно, от сцены, да, оно там либо быстрое и резкое, либо плавное и медленное. Вот. Если говорить про способы съемки, они, ну, чуть-чуть поменялись, на самом деле, потому что раньше... Какие самые вот современные технологии сейчас используются в таких съемках? Самыми современными, мне кажется, это уже, ну, наверное, FPV, дрон и камера 360. Чаще всего мы сейчас можем уже наблюдать, что вот много контента с 360 камерой. Продал я камеру 360. Глючит она, как не знаю что. Да, да, она еще не дошла до своего пика. Да, если смотреть, ну, чуть раньше, да, как снимали. Раньше снимали больше на длиннофокусные объективы, там какие-то супертелевики, там больше 1000 миллиметров фокусного расстояния. Оператор вставал, ну, либо на гребне на этом же самом цирке, да, ну, выступающем в сторону, либо на противоположной вообще вершине через ущелье, и снимал, значит, с верхней точки, чтобы спуск смотрелся, ну, гора смотрелась крутой. Вот, то есть то же самое там какие-нибудь проезды через лес, да, то есть все это было такое движение на длинном фокусе, либо сбоку, либо фронтально. Вот, а съемки follow, ну, они, понятное дело, что появились там лет 15 назад, так довольно активно на лыжах. Ну, даже, наверное, поменьше, чем 15, может, 10, ну, ладно, 15, да, и 2010 уже год. В 2010 году, да. Я вовсю ездил со стадиком. Да, да, 2000 где-то, 10. В Европе это уже было. Сейчас понятное дело, да, что, как бы, ну, опять же говорю, повторяюсь, способы стабилизации упростились, камеры легче, поэтому, конечно же, выигрышно ехать вместе с райдером параллельно и снимать, значит, весь экшен вблизи, как все это разлетается. Такой интересный вопрос про продюсирование. Как начать что-то делать и довести до конца, потому что это большая проблема вообще, в принципе, в любой творческой профессии, что ты можешь начать это, что да, сейчас я начну, а иногда же проект длится не один год, а два года, а после этих двух лет
еще надо это все смонтировать и собрать это в кучу, потому что снять это одно, это тоже очень сложно. Это сложно организовать, сложно замотивировать людей, пригласить людей, чтобы они приехали туда. Как вот это все вместе соединить и выдать какой-то продукт, на который люди пойдут в кинотеатр? Мне, наверное, довольно просто, да, на это ответить, потому что съемки основных моих проектов, да, они связаны с моим любимым видом спорта, с горными лыжами, фрирайдом. Мне сплошное удовольствие показывать, как бы, любимое дело, да, то, чем мы занимаемся. Вот. Хотя, конечно, в процессе это нифига не легко, да, приходится кататься с 10-килограммовым рюкзаком, который тянет назад, и как бы с которым не упадешь, приходится ездить медленно, аккуратно и, значит, отказывать себе в удовольствии хорошо покататься в Powder день зачастую, но все равно я на склоне, занимаюсь любимым делом, и здесь съемками, ну, в мотивации, наверное, проблем нету. Бывает сложно. Наверное, я бы сказал, сложнее процесс подготовки, поиска спонсоров, потому что можно обзвонить там 100 компаний, предлагаем, да, рекламу в фильме. То есть, ну как вообще снимаются фильмы о фрирайде и, в принципе, фильмы о любом виде спорта, да, если это не госзаказ, то откуда деньги взять? Какие-то коммерческие рекламодатели, бизнес и так далее, которые можно прорекламировать? Вот это самый первый сложный вопрос. То есть найти спонсора и как бы не бросить это дело, потому что получаешь, естественно, там 95% или 99% отказов. Вот, это довольно тяжело. Ну, 99% отказов. И 9. Вот, но как-то вот у меня так с самого начала повелось, что если я начинаю проект, да, то я его для себя ставлю цель, что я его должен завершить во что бы это ни стало. Как этап завершения, потому что он тоже состоит из монтажа, постпродакшена, и как попасть в кино и прокрутить фильм в один день по всей стране. Да, но монтаж — самое мое нелюбимое дело, просто невозможно усидеть столько времени. Вот, но и проблема в том, что монтажер, как бы хорошего монтажера, который еще будет разбираться в тематике, тоже найти довольно сложно. Поэтому, ну, некоторые проекты, да, приходится монтировать самому, но в целом за долго-долго вот этой усидчивой, кропотливой работы и в итоге получается хорошая картинка. На мой взгляд, монтаж, наверное, у нас самое слабое место. Но потом именно вот организация премьер, на самом деле, ну, мне нравится организовывать мероприятия, что соревнования, что премьеры. Это такая кульминация, значит, со всеми договориться. Это выглядит, то есть, по всей стране, реально, там 51 город. Нужно со всеми созвониться, дать инструкции, как все это дело проводить. То есть, ну, часто не по всем премьерам сам езжу, да, чаще всего это вот наши друзья в городах делают, организуют премьеры. Кто-то бывает делает там уже в пятый раз, а кто-то делает в первый раз. Приходится делать инструкции какие-то. Но самое, конечно, прикольный момент — это вот когда выходишь на сцену перед залом. Да, и, да, да. Значит, я один раз просто был в таком амплуа. Уже переживаешь, как же сейчас зритель-то воспримет этот фильм. Да, да. И, конечно, это самый, да, какой, ну, самый приятный момент, ради которого в целом стоит потрудиться и усидчиво поработать. Еще один вопрос, очень важный. На самом деле, самый важный. Как подобрать команду, как найти тех людей, которые будут снимать и которые будут сниматься, потому что это, наверное, самое сложное. Слушай, ну, к примеру... Я-то сам к тебе пришел. Коля, привет, я оператор, давай дружить и снимать. Как попасть в команду, как найти людей, тех... Слушай, ну вот в первом фильме «В ажиотаже» у нас снималось 50 человек. И сразу стало понятно, все хорошие райдеры, но сразу стало понятно, кто может сниматься, а кто не может сниматься. И во втором фильме «В атмосфере» у нас снималось 15 человек. Вот. И, ну, нужно обладать определенным терпением на съемках, довольно большим, да. Хочется кататься, в съемке дело совершенно другое. То есть можно за день сделать там один спуск. Вот, но... В общем-то,
Потом второе качество — это, конечно же, обязательность. То есть человек должен быть ответственно подходить к вопросу, не так там, да, там, а, может быть, пойду, может, не пойду. Если договорились, значит, нужно точно идти сниматься, и, ну, потому что задействована всегда именно эта работа целой большой команды. Вот, и все-таки одно дело, ну, если говорить про спортивную составляющую, да, про зрелищную, но все-таки, еще раз говорю, все классно катаются, там да, призеры соревнований по фрирайду, но красиво катаются все-таки далеко не все, и самый важный, наверное, момент — это не все понимают, как работать на камеру. То есть если оператор сказал, вот проехать нужно вот прямо здесь, да, вот, вот в этом моменте здесь повернуть, там, сделать power turn за 15 метров от камеры, а не за 5, и так далее, и так далее. То есть, ну, много таких мелочей, которые, если человек может запомнить, да, если он их делает, тогда получается хороший кадр. А если человек едет просто, как ему нравится, по какой-то линии, которая ему нравится, ну, это так не получится кино снять. Вот, то есть команда, ну, просто с годами отбираются, ну, получается, райдеры, да, которые могут работать на камеру, и операторы, которые не боятся там посидеть в сугробе пару часов померзнуть или забраться куда-нибудь в гору пешком на скитуре или там еще как-то. То есть, ну... Как замотивировать человека, который должен сидеть в сугробе? Ну, финансово в том числе. Но не всегда получается, не всегда как бы спонсоры позволяют, да, всем заплатить хороший гонорар. Ну, наверное, все-таки в первую очередь, да, не успел про это сказать, это все-таки именно влюбленность вот в горы. У кого-то влюбленность именно влюбленность в горы, влюбленность в фрирайд. То есть, ну, так скажем, стремление показать, снять какие-то необычные красивые кадры, да, и показать это зрителям, ну, запечатлеть просто для истории что-то красивое, я бы так сказал, вот. То есть, наверное, ну, нет у нас в команде людей, которых, ну, не идейных, которые вот не горели бы сделать какой-то большой классный проект и донести друзьям и зрителям как какой-то хороший спорт. Я думаю, что еще один фактор, который, в общем-то, ну, интересен всем операторам, это, ну, конечно же, приключения. То есть каждая наша съемка — это какие-то приключения. То есть мы как минимум уходим из зоны курортов и снимаем какие-то, в общем-то, ну, сложные, необычные проезды. Вот. А бывают это какие-то экспедиции на вертолетах или там... Бывает на катерах, бывает на скитуре. Ну, это всегда какие-то приключения. Не, ну круто. Реально, эта идея, а ей, ну, точно год. Угу. Вдохновила фотка из интернета. А-ля что-то в стиле Джимми Чина. Ну, интересно же что-то делать необычное, не просто залезть куда-то. Залезть, так сказать, и повисеть. Красиво. Повисеть. Да, только почему-то повисели только два человека, и третий попытался. А Юля повисела, я. Да. Хорошо, да. Смысл? Не просто снимать какое-нибудь восхождение, а ставить какую-то цель и ее реализовывать. И чем она будет необычнее, эта цель, чем оригинальней, тем, конечно же, интересней. Давай проговорим про деньги. Какие деньги? Какие деньги? Так, работаем мы хорошо. Что касается денег? Да, вас ждет дружный коллектив. Дружный коллектив, сплоченный. Чай из термоса. И интересный проект. Вот вопрос о финансировании. На самом деле я задавал вопросы в 2016 году. У Мэда взял интервью. Оно есть, кстати, на канале, правда, на моем. Вот как найти спонсоров, как найти тех людей, которые тебе дадут деньги, либо средства, либо возможности на что-либо. Как, ну, первый вопрос, как оценить бюджет? Вот. И второе, как найти под этот бюджет спонсора? Да, есть инициатива, и дальше, ну, ты перекидываешь там. Мне для съемок фильма, к примеру, ну,
Может быть, он будет сниматься в одной локации, может быть, он в двух локациях, в двух регионах будет сниматься. А может быть, он будет сниматься в 10 регионах, как мы там предыдущие фильмы снимали. И, ну, примерно считай, смету на поездки всей команды, да, на гонорар операторам, там, потом на постпродакшн. И, исходя из этого, ну, делишь эту сумму на какие-то там части, вот, предлагаешь спонсорам, рекламодателям партнерские, да, да, партнерские пакеты, обзвон занимает львиную долю времени. Ну, я еще раз повторяю, там больше 100 компаний, которым предлагаю, значит, вот у нас есть такой проект, вот такие показатели, такие-то охваты, поддержите нас, мы молодцы, делаем хорошее дело. Ну, довольно тяжело как раз вот получать большое количество отказов, и вот здесь тяжело вот эту инициативу как бы не потерять, да, то есть, ну, в целом можно в любой момент поднять ручки и сказать, я не могу. Ну, нахрен все это, да, я... Да. Есть простой путь, можно пойти работать гидом, инструктором. Денег приносит много и, ну, гораздо легче, чем съемки любого проекта. Вот. Но, тем не менее, как бы вот, ну, когда я начинаю проект, да, я его довожу до конца. А поиск спонсоров, потом, ну, еще что важно, я как продюсер, естественно, беру деньги и беру на себя обязательства. И нужно, естественно, все эти обязательства выполнять, потому что, ну, это все репутация, и, в общем-то, напрямую зависит от этого, будет ли следующий проект. Вообще, выйдет ли следующий проект. А бывали такие случаи, когда приходилось сокращать бюджет, либо находить финансирование во время съемок, либо вообще, это же просто такая субстанция, вот эта вот финансы, она может закончиться завтра, например. Ну, бывают сложные ситуации, потому что собирается съемочная группа, приехало 10 человек, вот, два оператора, райдеры, там вообще курорт поддерживает. Он поддерживает не бесконечно, а вот конкретно в этот период. А у тебя, оп, и месяц идет дождь в Красной Поляне и облачность. За этот месяц там два солнечных дня, в которые можно снимать. В облаках снимать, ну, смысла мало. Такое бывало, что сидели, ждали погоду, и бывает там половина безопасности закрыт, половина курорта или вообще там, вообще целиком курорт закрыт. Ну, то есть такие форс-мажоры, от которых, ну, мы не зависим. И, ну, бывает такое, что в процессе съемок или на постпродакшн, да, ну, приходилось искать новых спонсоров дополнительных. Бывало, что краудфандинг организовывал. Ну, расскажи, многих это интересует, как найти денег на свой проект? Ну, там все просто, что нужно презентовать проект, рассказать какую-то вступительную речь, ролик широкой публике, да, неопределенному кругу лиц, о чем вообще будет проект, какие мы цели преследуем, да, чем он должен быть интересен. И если у людей находится отклик, то они поддерживают. Ну, тоже такой момент, ну, нет такого, знаешь, снял какую-то презентацию, видео, фоток наделал, текст красиво написал и все это там запустил на сайт краудфандинговый и собрал денег. Так это тоже не работает. Да, нужно заниматься довольно большой пиар-поддержкой, то есть организовать публикации в СМИ, попросить друзей, прорайдеров, гидов, чтобы сделали, может, репосты, например. То есть, ну, сделать хорошую пиар-поддержку, и тогда более-менее как-то получается собрать деньги. Но тоже это все, ну, по меркам кино это, конечно, смешно. Ну, не те суммы. Но это документальное кино. Но на документалке, да, хватает. Если кино, то там вообще другие абсолютно. Да. Про голую женщину. А, да, да, это к разряду, как приходят идеи снимать и что снимать. Давай. Мы сидели в Красной Поляне на волонтерках, на кухне с Женей Егоровым и еще с ребятами. Фантазировали, значит, что поснимать за ужином. Вот. И, значит, пришла идея, а вот что бы нам не поставить голую девушку на вершине горы с лыжами, а мы вокруг нее, значит, полетаем на дроне, и просто это вот будет там, такой шурил для аэросъемки. Но вот что, в
вывесил объявление в соцсетях, нашлись желающие, перевели девушку на вершину горы на Розе. Там причем так забавно получилось, в тот день Оберхутер был закрыт, но поскольку нам не нужно было спускаться кататься, мы там договорились, значит, туда пройти. Сначала нас пропустили, значит, там охранники Розы, потом там дальше стояли почему-то ФСБшники, которые не пускали вообще никого. Мы такие, ну вот у нас тут такая идея, и как раз хорошо, что вы здесь стоите, не пускайте, пожалуйста, никого туда. И реально мы там ушли к шелтеру, вот, поснимали, значит, красивые виды со всех сторон. И... Девушка осталась довольна? Девушка, да, осталась довольна. Вот, мы так краем глаза смотрю, ну, издалека-то видно, что там происходит. Значит, там реально толпа уже зрителей собралась, кто-то, мужик какой-то с телеком. Значит, ну, когда мы уже обратно шли, он был самый довольный. Чем больше телевик, тем довольнее лицо, да? Да-да-да. И что самое интересное, полностью какая-то творческая такая, ну, просто, в общем, дурная идея. Выложили ролик в сеть. Вот, ролик на тот момент оказался один из самых популярных, он там что-то за несколько дней набрал 100 тысяч просмотров. Про маркетинг. Как продвигать свое кино? Вот ты что-то сделал, ты что-то снял, что дальше с этим делать? Этот процесс мне нравится. То есть мне нравится договариваться с сайтами, журналами, там, телеканалами, сообществами в соцсетях большим количеством, там, с друзьями, райдерами, блогерами и так далее. Ну, в основном, как бы, все-таки, наверное, все-таки пиар-поддержка, да, какая-то, вот, бесплатные инструменты, но и, естественно, и платные какие-то недорогие инструменты тоже пробуем. Особенно накануне, да, премьеры, это обязательно нужно, чтобы собрать людей в кинотеатр. Да, как заставить людей прийти? Все привыкли уже сидеть дома. Слушай, ну это большая работа, занимает несколько месяцев. То есть реально подготовка премьер – это несколько месяцев каждодневной работы с утра до ночи и там чуть ли не круглые сутки. Со всеми договориться, чтобы в час X, значит, посыпались публикации, вот, пошли какие-то, ну, придумывали челленджи, какие-то вирусные штуки. К примеру, вот День фрирайдера был хороший челлендж. Я взял бипер, когда люди с хэштегом, ну, мы устроили конкурс с хорошими призами, там, 150 тысяч рублей за первое место, что-то такое там было. Значит, с призами за то, что, значит, ну, люди должны были придумать какую-то необычную креативную фотографию, они в каком-то необычном месте, в лыжной или сноубордской экипировке, и обязательно с бипером. Вот. Люди залезали в холодильники в торговых центрах, значит, на пляже закапывались в песке, там где-то кто-то в Турции. Вот. Ну, много разного. И, ну, и реально много людей как бы это поддержало. Интересно. Вот, через конкурс репостов, все такое. То есть, ну, и людям прикольно, и получается хорошая промо для фильма. Вот, к примеру, сейчас для следующего фильма мы там придумали вообще супер романтичную пиар-компанию, которая будет длиться год. Увидите потом. Да, вот ты что-то снял, и тебе надо что-то с этим уже делать. Инфоспонсоры, кстати, инфопартнеры помогают. Вот. На высоте, например, поддерживал ВКонтакте, вот, и они довольно хорошо поддержали трейлер и так далее. То есть мы со многими лыжными курортами сделали кросс-промо, и они поддержали, опять же, премьеру фильма, собрав людей сначала на кинопоказ в кинотеатр, да, а потом уже позже на кинопоказ у них на курорте. Вот, то есть находить, да, точки пересечения интересов и это дело использовать. Вот, но надо отметить, что бывает, вот, тратишь месяцы на продвижение, ну, и, к примеру, там вот, там, на высоте у нас трейлер посмотрел, по-моему, что-то там 700 тысяч человек примерно. Но бывают какие-то вирусные истории, к примеру, вот прыжок с Keybase Коль Цибулько, который сам по себе из-за своей вау-эффекта набирает там в одной соцсети 4 миллиона просмотров, в другой сети там, 3 миллиона просмотров и там сотни-сотни тысяч лайков, вот, без каких-либо вложений. То есть, ну, бывает, что само событие, да, суперинтересное или необычное, но нельзя исключать те же самые алгоритмы соцсетей, которые, бывает, подхватывают
тоже какие-то простые ролики, и ты не ожидаешь, а у тебя ролик набирает там 100-200 тысяч просмотров просто так. Ну, вот, такое тоже бывает. Ну так вот, да. Оригинальная идея, оригинальный сценарный ход, когда главный герой, не знал, что он главный герой, и для него это было сюрпризом. Вообще-то мне говорили, что девочки будут главными героями. Да, значит, изначально задумки должны были девочки полезть, вот, но мы-то знаем, что Алексей опытный скалолаз, и... Ну, на самом деле, просто мы опоздали утром. Ну, ладно, неважно причины. Это я так говорю. Потому что мы засадили машину. Да, точно, мы засадили машину. Вот. И было принято решение, что Алексей у нас самый опытный скалолаз. Шустрый, быстрый, бесстрашный. Вот. И Алексей прекрасно залез. Вообще даже глаз не моргнул. Давай поговорим про кризисы. Когда почти про кризисы. Вот с какими ты сталкиваешься проблемами во время, когда вот у тебя вот прямо вот уже хочется и руки опустить, и непонятно, что делать дальше. Как вот ты с этим справляешься и как ты из этого выходишь? Слушай, ну, наверное, самое сложное это. Вот сейчас проект, который мы делаем, художественный фильм, это как бы вот логичная следующая ступень развития в кинопроизводстве, от документалки, да, переходим к художественному, но, конечно, там съемочная группа сразу чуть ли не в 10 раз больше, затраты еще кратно больше, то есть, ну, очень сложно организационно, там, по всем смысловым драматургии и так далее вещам, сложнее работать с актерами, у них запросов больше, они звезды. Вот. Сложно, вот, ну, в данный момент, да, скажем, есть финансовые сложности в поиске инвесторов. Вот, потому что половину проекта мы сняли, и нужно его завершить. И вот тут такой момент прям, ну, то есть, ну, в целом как бы нет варианта останавливаться и замораживать проект и там, или бросать его. Вот, но просто идешь дальше до конца, до достижения цели. Ну, единственный вопрос — это сколько времени придется достичь тот или иной пунктик, да, достижения цели. Это единственный вопрос. Вот. То, что, ну, руки, ну, опускаются иногда, ну, ладно, там, не знаю, можно денек. Как ты думаешь, какое вот будущее горнолыжных фильмов документальных в России? Вообще, есть ли оно? Есть ли еще кому снимать их? Довольно сложный вопрос, потому что про горные лыжи, про фрирайд мы первыми начали снимать фильмы. Сноубордисты начали чуть-чуть раньше снимать фильмы. Команда Stereo Tactic. Но... Мы где-то там снимали, наверное, третий фильм, да, они уже снимали, наверное, пятый. И на этом дело они закончили, потому что это коммерчески не очень выгодно. Сейчас они снимают там какие-то документальные проекты, артхаус, ну и много рекламы. То есть в основном переключились, ну, либо в какое-то творчество, либо в коммерцию. Много команд начали снимать позже нас. И, ну, обычно людей хватает на 2-3 фильма. После этого выгорают, потому что понимают, что капец как сложно. Как не выгореть? Ну, очень сложно, а денег особо не приносит.
То есть вот где вот это вот искать вдохновение, да, наверное, оно заканчивается у кого-то. И, по сути, сейчас, ну, было несколько крутых продакшенов, которые классные фильмы снимали, прям документалки, которые прям классно посмотреть, прям глаз радовался и по картинке, и по смыслу. Но вот сейчас они не снимают. Честно говоря, ну, я не знаю, кто сейчас еще снимает о фрирайде фильмы. Ну, то есть, я слышу, что пару команд пытаются первые проекты, да, сделать, какие-то выпустить. Вот, но... ну, насколько их хватит, вопрос, посмотрим в будущем. Ну, если так подвести черту, какое все-таки будущее в горнолыжных фильмах? Будут ли они? Вообще. Слушай, ну вот видишь, в Европе, в Америке очень востребовано. Ну. Понятное дело, что там горные лыжи — это самый рейтинговый вид спорта, если говорить про Европу. Но в России будут, определенно будут. Я просто вспомнил, знаешь, что когда девочка подходит к тебе на премьере фильма, ну вот у MSP Production лучше снят. Коля такой: конечно, спасибо, что вы меня сравниваете с MSP Production, у которых там 10 миллионов долларов они вкидывают. Ну не 10, ну не 10, ну 5. Миллион долларов у них бывает. Да, да. А вот за то время, пока ты снимал горнолыжные фильмы, как изменилась вообще, по сути, индустрия? Стало ли больше там игроков в этой индустрии? Стало ли, не знаю, проще или легче, или сложнее находить спонсоров? Аппаратура там, например, стала доступнее или и так далее? Поменялось очень много всего. Ну, вообще, в целом, как менялось, да? То есть, когда мы начинали снимать фильмы и делали первые наши ивенты, ну, которые, надо сказать, до сих пор продолжаем делать, тот момент в спортивной индустрии было много спонсоров, которые поддерживали те или иные мероприятия, потому что это были супер инфоповоды, которые попадали в СМИ, которые попадали в журналы, на телевидение, на федеральные каналы, естественно, на сайты новостные. Надо сказать, что и горнолыжных сумеречных сайтов-то было там больше 50 таких активных, с большим количеством посетителей. Потом с развитием таргета в поисковых системах и рекламы в соцсетях и блогерства, рекламодатели ушли в более понятные инструменты, да, вот где заплатил 10 тысяч рублей, получил, не знаю, там 10 тысяч кликов или какой-то там свой CTR выполнил. И, в общем-то, почти все рекламные бюджеты ушли туда. То есть в фильмах остались только рекламодатели, которые, наверное, в первую очередь формируют какой-то свой имидж, хотят сформировать какую-то культуру вокруг своего бренда, да, или причастность к тому или иному там крупному какому-то или необычному событию. И, ну, таких рекламодателей стало гораздо меньше. То есть сейчас найти рекламодателя действительно сложнее в разы, чем раньше. Вот, в этом плане рынок поменялся. По технике, ну, тоже говорил, да, в целом стало гораздо проще снимать. То есть раньше, чтобы снять кадры с воздуха, нужно было лететь на вертолете и жечь кучу керосина. Сейчас просто дрон поднял. Да, сейчас ты вынул из кармана дрон небольшой и, значит, снял почти такие же кадры. Вот, в этом плане стало гораздо проще со всеми этими экшн-камерами и так далее, и так далее. Вот, по ценам я бы не сказал, что доступнее, наверное, и тогда было довольно дорого, кинокамеры стоили, и сейчас там камеры стоят довольно дороже, но, конечно, уже выросло качество. Наверное, стало доступнее качество, да, это, конечно, важно, это прикольно. Вот, а куда дальше пойдет, то, ну, кто знает, не знаю. Вопрос интересный, потому что я помню, что появлялся, например, 3D-стереоформат. Тогда, значит, везде были такие телевизоры, кинотеатры, значит, фильмы в 3D, и вот мы в этот тренд вошли первыми. Но не прижилось, людям некомфортно смотреть дома телевизоры в очках, в кинотеатры тоже в очках. Как-то 3D-контент не особо прижился, да. Сейчас вот относительно так, ну, так скажем,
сферическое, да, 3D-видео, оно наконец достигло каких-то компактных размеров и стало возможно снимать экшн-съемки. Какие проекты считаешь самым успешным у тебя? Ну, самый успешный, наверное, все-таки на высоте, да. Ну, я мерю как бы успех в отзывах, в том, как зритель принял картину. Вот, на высоте порядка 95% отзывов положительные, это прям, это такой качественный рывок по сравнению с предыдущими фильмами. А какой любимый фильм, над которыми ты все работал, что художественный, что документальный? Ну, наверное, «С одной вершины», потому что над этим проектом работали 3 года. Вот. Если я пришел в проект как оператор спецсъемок, то второй и третий год я уже работал как оператор-постановщик. И, конечно, туда вложено очень много сил, времени. Ну, это был такой прям вот проект, в котором, ну, по итогу там очень большое количество моих кадров. Интересный проект, глубокий, с хорошим смыслом. Ну и, собственно говоря, на выходе, да, получился хороший фильм. Ну, я его много раз смотрел. А какой был самый сложный проект? Вот вообще, вот, не знаю, в плане, не знаю, всего. Где бился и потом прямо вымучил, да. Ну, по фильмам, слушай, возможно, книга «Город 3D». Потому что съемки серии 3D требовали своих некоторых нюансов именно по съемке. Но самое сложное оказалось постпродакшн, потому что на тот момент Panasonic опередили своим кодеком, ну, в своих камерах, да, опередили программное обеспечение, с которым монтировать, возможно, фильмы. И мы на постпродакшене потратили неимоверное количество времени, чтобы это привести, значит, в тот формат, в котором можно вообще монтировать этот фильм. Вот. И это было просто очень нервно, потому что уже была намечена дата премьеры, а фильм был не готов совершенно. И в какой-то момент мне было понятно вообще, как с этим работать, потому что даже за рубежом, то есть, понятное дело, поразобратывался за рубежом, и там с трудом нашел информацию, как вообще это можно сделать, то есть разделить один файл на 2 потока левой и правой камеры и, значит, все это дело монтировать. Просто технические моменты наложили очень много нервяка, много бессонных ночей, и это было сложно именно вот психологически. Но если говорить просто какие-то свежие работы, наверное, этой зимой мы снимали SkiBase. Это был очень, очень нервный проект, вот, потому что, ну, ко мне обратился бейсер, да, который, значит, вот прыгал уже мотобейс и вот хотел прыгнуть на лыжах. А идея не нова, да, ей уже там 20 лет. Шейну Маконки прыгал. И... Не 20 лет, ей больше. Там изначально же этот прыгал. В фильме... В Джеймсе Бонде. В Джеймсе Бонде, да, да, первый, кто забыл, это сделал. Каскадера зовут, но да. Ну, в целом, да, как это в экстремальном сообществе. За рубежом довольно много прыгали, а и прыгают. В России идея была на поверхности, но только вот сноубордист Миша Кальмар прыгнул в Прибрусье, может быть, год 2000, я не помню, 2007-2010, да. Лыжники никто не прыгал. Ну, наверное, в первую очередь, потому что очень велика вероятность и велика опасность того, что стропы парашюта могут зацепиться за лыжи, за скистопы. Да и в целом, да, положение в воздухе, оно как бы
не очень аэродинамично, поэтому никто не решался прыгнуть. Идея на поверхности, но настолько опасная, что никто не хотел. И, ну, понятно почему. И вот, как бы, организация всего этого, то есть, ну, я организовал весь процесс, нашел спонсоров, организовал вертолет, выбрали локацию и, ну, по сути, как бы, я был все-таки организатором всего этого дела. Чувствовал, ну, продюсер, да, да, и чувствовал очень, ну, большую ответственность за происходящее. А все-таки в этом скибейсе, ну, риски реально очень велики, и я вот, как бы, переживая за Коль Цюблько, в общем, заработал пару седых волос, как минимум. Вот, но все получилось хорошо, все запланировано. В общем-то, слава богу, проект вошел в историю и вошел в положительном ключе. Расскажи о художественном фильме, который ты сейчас пытаешься снять. Что делал, как пришла идея и на каком этапе все находится? Художественный фильм, значит, начинался как фантасмагория, вот, но вот зрители канала «Альпиндустрия», значит, первыми узнают, как он будет называться в итоге. Пришли к названию, будет называться «Сердце гор». Вот, оно лучше гораздо отражает суть и сюжет. Ну, идей довольно много, лет 5, наверное, собирались. Скетчи, какие-то комедийные, которые можно было бы интегрировать в фильм лыжный. Вот. Потом как-то вот не сложилось их снять для документалки. И параллельно писал разные синопсисы, просил друзей, знакомых тоже как-то, там, может быть, придумать какие-то идеи художественным фильмам. Читал я сценарии художественных фильмов, там, два сценария про лавину я читал. Какие-то штуки там про каких-то бандитов. Ну, в общем, много всего разного читал. То, что люди, как бы, писали что-то про горы. Вот. Но все не нравилось. И, ну, естественно, как бы сам генерировал синопсисы. И в итоге пришла идея в разговоре. Рассказал, как бы, другую идею, и он говорит: слушай, а вот эти две идеи нельзя ли, типа, объединить? И я такой подумал, а может быть, и можно. Вот, там была история там про инструкторов краснополянских, одна. А вторая, значит, там про выживальщиков, которые попали в ЧП какой-то в горах. Вот, и, значит, попутно вот эти скетчи, дюжину, которые я придумал, которую давно-давно уже хотел снять. В общем, пришла мысль, как все это можно замиксовать вместе, соединить, да, есть какая-то связующая линия сюжетная, и, в общем-то, так родился сначала синопсис, потом поэпизодный план, с которой... Мне помог сценарист дописать диалоги в него, вот, и получился, в общем-то... В целом так родился сценарий, по которому мы начали съемки. Вот, за прошедший сезон мы смогли снять половину фильма. Вот, это оказалось сильно сложнее, чем все остальное. То есть понадобился опыт, реально вот за все года накопленный опыт. Собралась прекрасная команда. То есть без команды невозможно, конечно же, снять фильм, тем более в горах, где все те же самые, то есть, ну, понятное дело, что мы снимаем уже на кинокамеры тяжеленные, да, там все эти радиофокусы, сендеры, актеров надо одеть правильно, с костюмером. Замаркировать, ой, как его, загримировать. Загримировать, да. Значит, какой-то должен быть скрипт-супервайзер, которого нету, который следит, чтобы каждый день они были в одинаковой одежде. И, естественно же, сцены снимаются там за один раз, разные сцены, да, чтобы они были в каждой сцене, в общем-то, в правильной одежде, с правильной прической, с правильной щетиной, грубо говоря. И, ну, самое главное, конечно же, режиссер следил. Режиссер, старый друг Костя Кутуев, с которым как раз снимали «С одной вершины». Он выступил шоураннером этого проекта и очень хорошо запустил историю. Вот, в общем-то, ну, пока получается очень интересно и
прям мурашки по коже, когда снимаешь. То есть на съемочной площадке происходит то, что написано на бумаге. Вот. Ну, в планах следующей зимой снять фильм до конца и выйти в кинопрокат уже не в 50 городов, а по всем городам России, СНГ. И посмотрим. Я надеюсь, что зрителям понравится фильм. Юля хотела лезть, но мы подумали, что... А вот кого не пустили. А меня не пустили, я очень хотела, но ребята посчитали то, что Леша залезет быстрее, чем я. Но у меня теперь гештальт не закрыт, и я хочу вернуться, залезть на эту скалу и сдюльферить вниз. Вот. Ну, так что сегодня я не полазила.